после 7-0 в Вене, понятное дело, что мы уже привыкли к изменениям, которые часто происходят в СКА, в стартовый состав имею в виду. Тем не менее, после такого разгрома необходимы ли они, будут ли они? Не будут. Вот именно сегодня не будет. Мы решили пойти тем же составом, поэтому сегодня изменений не будет. Вот. Тогда в каком состоянии находится команда, как готовится к игре? Чего ожидаете вы от сегодняшней встречи против соперника, который никогда СКА не обыгрывали? Команда находится в нормальном состоянии, был день для восстановления. Единственное, после игры прилетели поздно, поэтому вчерашний день посвятили именно восстановлению игроков после перелета, после выездной серии. То, что ждем от Кимоно, быстрой игры ждем. Опять-таки, команды, сейчас команда играет, стараются играть в агрессивный хоккей. В то же время столкнемся с плотной обороной, которая, как правило, у нас здесь, в Санкт-Петербурге, проповедуют команды, которые приезжают играть в хоккей. С точки зрения функционального состояния, насколько после длительной домашней серии двух выездных матчей команда физически готова по движению техники? Да я думаю, уже нет смысла об этом даже спрашивать, потому что игры идут практически через день, через два дня дома, на выезде, поэтому в рабочем режиме команда находится, и функциональное состояние нормально.